Захват очень быстро идет. Захват идет. 14 секунд до захвата базы. Нужен засвет ЕСА. Засветить-то по сути некому. Сбивают с Блипса. Неплохо, но минус с РБК! Ну как же так? Ай-яй-яй, снова боеукладка на ЕСЕ. Минус Digital в центре карты. Какая минус 50-100. Да. Сбить захват. Никита в засвете. Сбивают захват базы. Минус Борода. У Нура могут быть сейчас проблемы, неплохо, там кто-то горит на самом-то деле, их Тудир, Digital Rush получает, слушай, проблемы у Роксов, Никита там... Никита, оставил 400 хп у Никиты, он и горел Нура, только и Нура что. Съедают, Нура съедают в деревне. 200 хп у Нурегре, минус Нурегре, какое начало от ЕСС, можно побеждать спокойно здесь. В центре Стрека сейчас заберут, там Драк просто летит и мчится на всех парах. Да, попытался прыгнуть. Стреку разбился. А вот уже хелпа приехала. А, Клаки Рашеру. Драк на таран идет. Вдвоем. Ой, какой парах. Все, это минусы. Захват базы от Синерджи продолжается, но почему ХП очень так мало. Минус 2 минули. Минус 3. Еще. Какой прием от моего Лолтим 1. Как они просто здесь всех распечатали. Да, он набрал. Получает неплохо Стреку. 200 урона с поджогом втащил. Хорош. 400 урона. 500. Вот 513 от Т1. Вот это, конечно, урон, я первый понимаю. Первый левел против восьмого. Нормально было.